Hello guys, hello Elon Musk. In this episode, I'm gonna show you one of our Nixie clocks from Mars 2024 project. If you know nothing about this project, please watch our previous videos. Let's go! As you know, there are three clocks in Mars 2024 project. And one of these clocks is a painted one. And here is a guy, Roman Neofidi, who painted this clock. And today we are going to show you how this clock was created. By the way, watch the video about Roman on our channel. Here is what we finally got, the Mars Nixie clock. Роман, расскажи, пожалуйста, пару слов вообще, какая история тут стоит, что тут нарисовано, написано и чем ты руководствовался? Изначально, конечно, прежде чем прийти к такому дизайну, к такому арту, я залез в интернет, посмотрел вообще, какие бывают арты, связанные с Марсом, как видят его другие художники, и в основном это всегда была какая-то геометрия, то есть что-то связанное с технологиями. Что вот, например, изображено здесь? Изначально идет некая такая поверхность планеты, то есть такой бронзовый цвет. Далее идет фоном золотая каллиграфия, где также присутствуют линии, геометрия и написано само слово Марс. Вот. И сверху уже основной композицией белыми буквами в таком футуристичном шрифте также написано слово Марс и присутствуют элементы некой геометрии, линий, то есть какой-то абстракции, точек, все, что вот подчеркнуть вот эту такую инопланетность, такую футуристичность, связанную с Марсом. Each clock is painted by hand by Roman, as you have seen in the video. And because of that, each clock is unique. This one is number one, and on the back you can see the number, and it will be sent or presented to Elon Musk personally. And there will be only 200 pieces of this model. It's a limited version, limited edition. Thank you for watching. See two other models from this Mars 2024 series in our other videos. Как тебе такой, Илон Маск?